Вокзальная, 38. В этом доме в советское время располагался продуктовый магазин, называемый в народе 69-й. Именно это название позаимствовали ребята, проживающие в данной местности. На той стороне проходит железная дорога и расположена основная территория Юдина. Атмосферная, широкая деревянная лестница, и на стене сразу три логотипа 69-ки, 69, 69, 69 с короной. Приходится иногда искать артефакты уже в расселенных домах, хрущевках. И вот видим 69, 69-ка. Также расселенный дом на территории 69-ки. Видим корону. Здесь видим Юдина. Корона В. Скорее всего, Восточка, но по какой-то причине недописанная.